джанглисты, они менее гламурны. Пришел коп, которого не пустили с оружием, и расстрелял там всю посуду и весь алкоголь на баре. Я любила рок-музыку, но мы ходили по ночам по рейвам. Этот диск «Drum'n'Bass для взрослых», где я сфотографировала с обнаженной диджей Зимине, «Respect Family», Санкт-Петербург. Я пробовала играть разные стили музыки до этого на пластинках, но когда я свела первые drum'n'bass пластинки, то почувствовала такую эйфорию от самого процесса сведения, что я поняла, что это именно то, что я хотела играть. Но сначала у меня была рок-группа, и мы играли музыку вживую. Это продолжалось не очень долго, один год, потому что постоянно приходилось очень плотно контактировать с людьми, музыкантами, а это не очень обязательные люди. Поэтому я пришла к диджеингу, где все зависит только от тебя одного. Ты не тратишь время на то, чтобы связаться с другими людьми. Сначала я играла панк-рок, то есть то, что мне было близко. Потом от панк-рока перешла к фанки-хаусу, потому что его было проще сводить, а панк-рок вообще практически невозможно. И случайно дома у Техалфа были два проигрывателя Вега с печом. И мы всю ночь там тусовались, сводили пластинки. Я тоже сводила, и это был, наверное, тот момент, когда я поняла, что буду играть только драм-н-бейс. Это был 97 год. Вообще, с 95 года, когда я начала учиться в университете в Петербурге, мои интересы и тусовки стали очень разнообразны. И вечером мы ходили на рок-концерты, а по ночам ходили на рейв. Я тогда особо не понимала разницу между различными стилями электронной музыки. Нам просто нравилась эта тусовка, атмосфера. Мы занимались различным творчеством, в том числе шили необычные дерзкие наряды. У меня был знакомый Андрей Панин, который делал шляпы из виниловых пластинок, плавил их над огнем. И мы пошли с ним в какой-то из выходных на рейв AFI в Знаменке. Это был такой разрушенный дворец, и в нем не было несколько танцполов. В втором танцполе играл джангл, уже потом я узнала, что это был диджей Бумер. И тогда мне однокурсник первый раз показал, как танцевать под драм-н-бейс. Это было очень необычно, конечно, так надо было ноги выкидывать, но этот момент я запомнила. Вообще, очень много заведений, которые называются клубами, но не все ими являются в полной мере этого понятия, потому что клуб – это в первую очередь сообщество людей, которые туда приходят. И эти люди, они являются как бы семьей или какой-то такой тусовкой, которая и создает атмосферу, и душу этого заведения. Вот. Я думаю, что 100% для меня таким заведением была сначала мама, потому что люди туда приходили независимо от того, что там происходило, знали, что там будет определенная тусовка, и хотели друг друга увидеть. Ну и в молодости это все было гораздо проще, ты не задумывался никаких серьезных вещах. Самое главное – это было прийти, потусоваться, оторваться, угореть по полной. Я помню, что до 3 ночи нам приходилось ходить по подъездам и ждать, пока рассосется очередь у входа, потому что только в 3 можно было спокойно зайти, а до этого все давились, толкались друг с другом, чтобы войти первыми. Джанглисты, они менее гламурны. Нельзя сказать, что они абсолютно искренни. Естественно, что они маскируют какие-то вещи, но они маскируют это под такой грубостью, урбан-стилем. В общем, они жители каменных джунглей. Даже, как правило, с окраин, где все достаточно жестоко. Это люди, которые не боятся жить с вибрациями города, в котором они живут, не прикрывают все блестками и там шпильками. Типа, у нас все хорошо, мы такие розовые. Нет, они понимают, что где мы живем, в каком городе, что все мрачно, серо, жестко. Ты можешь выйти на улицу, тебя ударят по голове. Да, мы это все знаем. Собственно, в «Маме» я познакомилась со всеми основными диджеями драм-н-бейс-культуры, которые потом стали играть самую большую роль. То есть, например, Бес, Топпер, Диссидент. Я помню, Диссидента первый раз встретила около туалета, и он начал свои философские беседы. Я была в шоке, потому что первый раз в клубе встретила человека, с которым можно было поговорить на такие глубокие темы.
И мы все были просто обычными ребятами, которые тусуются в клубе. Все было немного по-другому, потому что сейчас диджеи стараются поразить каким-то уникальным материалом. А в то время это было нормально, что какая-то хитовая пластинка звучала в каждом сете. И еще некоторые диджеи умудрялись по 2-3 раза ставить этот хит в течение 1 часа. Сейчас уже такое не практикуется. Потом был очень классный клуб «Тоннель», туда можно было прийти в четверг и уйти в воскресенье днем, и ты чувствовал себя так, как дома. Конечно, у меня была небольшая привилегия, в отличие от обычных посетителей, но там меня всегда поили, кормили, укладывали спать даже охранники. То есть это было приятно, ты чувствовал себя там, как дома. В «Тоннеле» были очень классные бармены, они придумывали постоянно разные коктейли, «Вася Америка», например. И там даже был коктейль, который назывался «Зименная», такая зеленая горящая жидкость. Но это был именно тот период, когда там арт-директорством занималась Лена Попова. После того, как случился конфликт с этой командой, то я уже туда не ходила. Я такой человек, который любит решать проблемы. Как только я встречаю проблему, мой мозг начинает очень быстро двигаться, создавать связи. Меня различные трудности, проблемы, они только бодрят. Со временем я научилась управлять всеми моментами. И сейчас уже владельцы клубов удивляются, как мне удается прийти за 15 минут до начала мероприятия, а все работает, все вовремя. То есть уже сложилась такая команда, когда я могу полностью доверять людям. Я люблю доверять людям. Каждый выполняет свою роль. Я только вовремя направляю их энергию в определенное русло. Ну, вообще, вся такая тусовка началась на сайте Jungle.ru, и там общалось очень много, в основном, питерских и московских диджеев-промоутеров. И так как у нас не было сначала денег и смелости перевести какого-то иностранного гостя, то мы возили гости друг друга, обменивались опытом. К нам приезжали московские диджеи, ЧК, Дрин, Джазман, Новак. А мы ездили в Москву, и с нами все время еще ездила целая компания, такие передвижные джанглисты. Все мы общались на форуме Jungle.ru, который потом благополучно загнулся по некоторым административным причинам. И вот в какой-то момент я подумала, а почему бы не сделать вот такое мероприятие, и как его можно сделать. И я проработала эту схему, в которой мы смогли привести огромное количество диджеев с разных городов России, со всей России, даже СНГ. И при этом заинтересовать в первую очередь этих людей, чтобы они приехали туда, даже без гонорара, оплатить всем дорогу и сделать это мероприятие культурным и неубыточным. И я придумала вот эту схему этого мероприятия, она работала. Также перед конвенцией, чтобы повысить ее культурную эффективность, мы проводили конференции, где общались с диджеями. Особенно это было важно на ранней стадии, когда мало кто кого знал лично. И на этой конференции они знакомились, дружили, выпивали. И в дальнейшем уже приглашали друг друга на вечеринки или создавали другие полезные связи, писали вместе треки. То есть создавалась уже какая-то общность. Самый яркий период был, наверное, с 2000 по 2003 год. Были максимально активные люди, первые привозы. Тусовка «Респект» возникла сразу же после презентации первой кассеты «Респект», в которую вошли питерские драм-н-бейс-музыканты. Это для того времени было очень прогрессивно, потому что никто не воспринимал питерских музыкантов как людей, которые могут произвести музыку, под которую будет танцевать кто-то на танцполе. То есть играли в основном только диджеи, иностранные пластинки, которые продавались в базе. Тут Костя набрался смелости, Гвоздь, и сделал почти целую вечеринку, где играла только питерская музыка от различных продюсеров. Даже там был Вова PCP и Арам, который сейчас известен, например, как хаус-диджей, а в то время он писал драм-н-бейс. Также Женя Арсентьев из «Гости из будущего». То есть такие люди, которые сейчас считаются культовыми.
в то время не было CD-проигрывателей. Продюсеры, они притаскивали с собой в клуб компьютеры огромные с блоками и с мониторами. Не было плоских мониторов еще. Вызывало всегда споры, кто тащит из дома свой монитор, потому что это было достаточно тяжело. Но вот таким образом, вот сейчас диджей приходит с флешками, а раньше 3 человека несли твое оборудование. После презентации этой кассеты образовалась уже тусовка, куда вошли Гвоздь и Half, группы, которые писали драм-н-бейс. 303 Project, Restart, SPBass Team. Название «Респект» появилось из воздуха. В какой-то момент Костя взглянул на сборник французского хауса, который назывался «Респект», и дальше какое-то продолжение, но именно это он слово выхватил и сразу определил, что это очень крутое название. Первую кассету мы выпустили, у нас было $100, которые нам подарили на свадьбу. И на эти $100 мы выпустили сборник первого «Респекта». Потом прошлись по всем питерским магазинам. Эти магазины заинтересовались этим продуктом, и он ушел просто в лед. И после этого началась такая эпоха драм-н-бейса на кассетах. Потом, после того, как кассеты перестали пользоваться популярностью, все потихоньку перешли на диски, и мы стали выпускать диски. Тоже примерно 20 дисков было выпущено, там сборники драм-н-бейс конвенции. И потом мы перешли к винилу, потому что я думаю, что с каждым лейблом это рано или поздно должно произойти. Нам пришлось делать все самим, на свои деньги печатать, перевозить через границу в багажниках, договариваться с магазинами, записывать, какой в магазин в Англии, сколько пластинок взял, и за всем этим следить. То есть это у нас была своя собственная дистрибьюция, которую я организовывала и отвечала за нее. Первая пластинка трек «Без рецептор Шива» и «Abstract Elements» «Ерпех». Изображено Купчино, это вид из нашего окна. Но вообще мы очень много работали для того, чтобы быть фактически первыми на драм-н-бейс-сцене в Питере. У нас не было времени гулять, иногда даже чистить зубы, поэтому приходилось делать обложки, не выходя из дома. Вот, например, высунешь камеру, увидишь, какой там индустриальный пейзаж, видно кольцо, смог, ужасные многоэтажки, и вот этим и вдохновляешься. Потом был релиз «Соберсоула». Все пластинки были 3 цветов – черный, белый и красный. Но это скорее мраморный, но это относится к белому релизу. Потом был релиз «Green Day Zigzag» и «Flame». Вот здесь тоже вид из моего окна, только это уже асфальт. Тут идет человек. А это 5-й «Респект», двойник, который тоже белый. Вообще на вечеринках всегда происходило что-то интересное. Например, была очень забавная вечеринка с Индусером и Рага Джанглом в клубе Inside в 2008 году. Если взять атмосферу Рага Джангла вечеринки, то там постоянно слышались такие выстрелы, там гэнгстер-ругательства, и настроения все были такие соответствующие. И в какой-то момент это все закончилось именно так, как звучало в песнях, то есть перестрелкой. Пришел коп, которого не пустили с оружием, и расстрелял там всю посуду и весь алкоголь на баре. И когда я сломала руку, я все равно выступала, играла в Red Club и на пиратской станции. Единственное, что было неудобно одевать наушники одной рукой, поэтому на пиратской станции за мной стоял Ебит, он надевал мне наушники, когда нужно было, а я одной левой рукой сводила. Также мне хотелось вот о чем сказать, что вся наша деятельность в драм-н-бейс-культуре, она была очень важна, и мы фактически выполняли те функции, которые в нашем обществе должно выполнять Министерство культуры. А мы выполняли это все вместе за счет средств людей, которые нас поддерживали, которые ходили на вечеринки и покупали релизы. Нам удалось создать целый пласт музыкальной культуры и целую группу продюсеров, которые не просто стали играть в Питере, но стали уважаемы во всем мире и выпускаться на иностранных лейблах. Мы создавали более позитивное ощущение от России, от русских людей. Нас стали уважать в других странах. И все это было создано руками вот этих простых людей, которые нас, и тусовщиков, которые нас поддерживали, и диджеев –